Всем привет! Сегодня получил еще одну посылку с TV-боксом. Это бюджетная модель. Многие меня просили ее заказать. Это модель от фирмы Tanix TX3. Давайте распакуем, посмотрим конкретно, что за модель. Итак, друзья, вот так выглядит упаковка этого TV-бокса. То есть ничем не изменилось, все та же самая упаковка. Здесь есть какая-то информация, что здесь есть на этом TV-боксе. И сзади указано, что за модель. TX3H здесь указано. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Ну давайте откроем, посмотрим поближе. Так, такая вот хорошая вставка для надежности, для того, чтобы TV-бокс не повредился. Пока что отложим, посмотрим комплектацию. На английском языке маленькая инструкция. Также имеется блок питания на 2 ампера и 5 вольт. Стандартный блок питания на 2 ампера и 5 вольт. С таким толстым штекером 5,5. Опять же стандарт. HDMI кабель типа А с обеих сторон для подключения TV-бокса к телевизору. Около метра. И пульт дистанционного управления. Пульт, опять же, как обычно у фирмы Tanix, было точно такой же, как и раньше. Ничего не изменилось. Клавиатура, кнопки управления, две батарейки типа 3А, в комплекте батарейки не идут. И сам TV-бокс. Сам TV-бокс, в принципе, тоже такой же, как и раньше, ничего не изменилось. Опять же, внешний вид, матовая часть, не пачкается, не лапается. На передней части есть мини-ЖК-экранчик для того, чтобы показать часы и краткую информацию про подключенные и отключенные порты. На правой части есть разъем для microSD карточек. Он здесь такой типа тайный. И также есть такая вентиляция. Здесь даже насквозь можно увидеть, как видите. То есть вентиляция есть, это хорошо. Даже видно, какой-то там даже радиатор стоит. Небольшой, но стоит. Сзади, на задней части, надеюсь, вам видно хорошо, есть несколько разъемов. То есть SPDIF первый разъем. Потом такое отверстие, это reset, для того, чтобы зайти в системную меню recovery. Один разъем USB версии 2.0, обычный, стандартный для флешек и тому подобное. Разъем LAN для подключения интернет-кабеля напрямую от провайдера. Также разъем HDMI версии 2.1. Также разъем для питания, для блока питания, который идет в комплекте. На последней стороне есть еще один разъем USB, в этот раз уже версии 3.0. Это высокоскоростной разъем для более быстрого чтения передачи данных. И опять же вентиляция, как видно, сквозная. Так, на нижней части указана только на наклейках модель TX3H, H96. Здесь как-то так почему-то указано. И такие 4 резиновые ножички. Здесь нет никакой вентиляции, здесь просто такая поверхность. TV-Box бывает трех разных версий. Это версия на 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Также на 4 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. И 4 гигабайта оперативки и 64 гигабайта встроенной, как здесь. Разница между ними, это то, что в версии 2 и 16 нет двухдиапазонного Wi-Fi и нет Bluetooth. То есть во всех остальных версиях, версии 4, 32 и 464, есть двухдиапазонный Wi-Fi, как 2.4, так 5-герцовый, и Bluetooth версии 4.2. Также здесь стоит Android 9.0. Но почему эта модель новинка? Это то, что здесь стоит уже новый процессор от компании MLogic S905X3. 64-битный Cortex A55. Связка с ним идет в видеокарте LG31. Очень неплохая, кстати. Есть поддержка как и 4К видео, так и 8К видео. Но насчет 8К это уже просто маркетинг, скорее всего. Потому что разъем HDMI версии 2.1. Он сам по себе не способен передавать видео больше, чем 4К 75 FPS. Так что 8К это просто больше маркетинг. Он, да, способен воспроизвести это видео, но вы все равно это не увидите. Потому что выход у TV-бокса ограничен. Ну, более подробно мы опять же посмотрим это все в видеообзоре. А пока что это была просто видеораспаковка, чтобы показать, в каком виде приходит товар, от какого продавца, за сколько времени. Кстати, пришло мне за 2,5 недели, довольно быстро. Ссылку, где я его покупал, я оставлю вам под видео. Сами сможете посмотреть актуальную цену, сколько он сейчас стоит в реальности. Я просто помню, что он очень дешевый. Вы сможете сами посмотреть по ссылке, в общем, сколько он сейчас стоит актуально. TV-бокс с такими характеристиками, такой ценой, я думаю, вполне может быть интересным для многих. Пока что на этом закончим. Ждите следующего видео. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.